Спустя 4 месяца мы видим отросшую натуральную базу на уровне шестерки. Отросло примерно 4 сантиметра. Осветление буду делать на 6% оксиде. Очень аккуратно наношу, не затрагивая ранее осветленные волосы. Время выдержки оцениваю визуально. Тонировать буду корни на 9 уровне, длину на 10. Для более насыщенного пигмента наношу 9.11 на 1.8 буквально на 5 минут. И вот она, холодная блондинка. Как вам наш результат? Жду вас в комментариях. Замечательно. Прекрасно. Фея.